1986 году Чеславу Стецкевичу было 45 лет. Он служил в штабе гражданской обороны РСФСР. Поэтому, когда случилась катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, он был направлен на ликвидацию последствий аварии. В зону заражения Чеслав Иосифович приехал в конце мая. Пробыл там около 3 недель, до середины июня. Организовывал пункты специальной обработки техники. В 1986 году, 26 апреля, я тогда проходил службу в штабе гражданской обороны России, РСФСР, начальником отдела технической подготовки, начальник отдела. Тогда по тревоге, 27 числа по тревоге нас вызвали в штаб гражданской обороны СССР, и генерал-полковник Крутских, начальник штаба гражданской обороны России, он поставил нам, доложил, что вот такая обстановка, что в Чернобыле произошел вот взрыв на 4-м реакторе, и мы должны принять участие в контроле за зараженностью местности. Вот. И тогда были созданы оперативные группы, и мы дежурили по суткам. И каждый к 8 утра мы вели карту, и где по докладам, по закрытой связи, мы принимали доклады о уровне радиации вокруг Чернобыля, вокруг вот этой всей 30-километровой зоны. Вот. И все наносили на карты. Штаб гражданской обороны России в то время занимался именно вот этими авариями, катастрофами и так далее. Вот. И мне пришлось облетать половину России, потому что я уже, когда был в штабе России, я был и на Курилах, и на Сахалине, и в Норильске, что касается Чернобыля. Я попал в оперативную группу штаба гражданской обороны СССР. Вот. Генерал армии Говоров направлял оперативную группу в Чернобыль. И я от Российской Федерации, от штаба России, был прикомандирован к этой группе. Вот. Моя задача была, как автомобилиста, там организовать пункты обработки личного состава и техники. Вот. Так называемый ПУСО, пункт специальной обработки. И моя задача была контролировать пункты специальной обработки техники, для того, чтобы техника заражена не ушла из этой зоны, а именно ее обрабатывать, вот, дезактивировать технику. Но это было очень сложно, потому что техники было очень много. Перекрыть те границы, если мы поставили пункт специальный, то надо было перекрыть так, чтобы эти пункты нельзя было объехать. Нам помогали, конечно, госавтоинспекция перекрывала все эти дороги, другие, которые шли вот, параллельно, и заставляли идти через, именно через эти пункты. Но многие старались уйти от этого. Вот, к примеру, подъезжает машина, вот, мы начинаем проверять уровень радиации. В кузове проверили вот, продукты, допустим, там сыр или там молоко, вот, чистое, а сама машина зараженная. И нам приходилось тут же находить другую машину, перегружать эту машину на обработку, вот, дезактивацию этой машины. Это все очень сложно, это все проходило, потому что трудно было все очистить машину. Бывает, несколько раз ее мыли, бывает 3, а то 4 раза, и все равно уровень был такой недопустимый уровень. У меня в основном был полк гражданской обороны с Риги, латвийский полк гражданской обороны, с которым я курировал постоянно. Мы, кроме того, что ПУСО, если были свободные люди, мы еще делали дезактивацию и в населенных, ближайших населенных пунктах, ну, крыши поливали, там сливали, что можно было, убирали с земли, где сильно заряженная, даже лопатами. Было так, что лопатами снимали часть земли и увозили, грузили и увозили в могильник. Первый раз, когда я приехал, поразило то, что было как раз отселение, эвакуация, понимаете? И было очень страшно то, что многие, ну, вы представляете, что бросить все в домах и взять только чемодан и уехать. Это было самое сложное. Это и в Припяти, вот, и в других населенных пунктах. Вот. Ну, поэтому люди очень тяжело расставались с этими. Грузили их в автобусы, увозили в открытую, в чистую зону. Вот. А все имущество, все оставалось в квартирах.